9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил село Гадрут и Тук Ходжавенского района. Глава государства принял участие в закладке фундамента ряда инфраструктурных объектов, а также ознакомился с ходом строительства дорог Гадрут-Джабраил-Шукербейли, Тук-Гадрут и Физули-Гадрут. Развитая дорожная инфраструктура будет играть важную роль в социально-экономическом развитии Карабаха и восточно-зангезурского экономических районов. Магистральная автодорога Гаджигабул-Минджеван-Зангезур тянется до поселка Гадрут Ходжавенского района. Протяженность строящейся дороги составляет 39,7 километра. Автодорога Шукербейли-Джабраил-Гадрут проходит через территории освобожденных от оккупации Ходжавенского, Физулинского и Джабраильского районов. Автомобильная дорога охватит около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джабраил. Глава государства был проинформирован о проекте автодороги Физули-Гадрут. Эта дорога, берущая начало с дороги Победы, соединяется со строящейся автомобильной дорогой Гадрут-Джабраил-Шукербейли. Дорога Физули-Гадрут первой технической категории протяженностью 13 километров будет четырехполосной. Ильхам Алиев заложил фундамент новой узловой станции Гадрут. Главу государства проинформировали о работах по созданию необходимой энергетической инфраструктуры на всех освобожденных территориях и обеспечением электроэнергии стратегически важных объектов. В рамках визита в Ходжавенский район глава государства также заложил фундаменты новой мечети в поселке Гадрут. Высота минарета мечети составит 26 метров. На втором этаже мечети, где одновременно смогут совершать молитву 250 человек, будет находиться комната богослужения для женщин. В оформлении фасада мечети планируется использовать специальные элементы украшения. Президент также встретился с представителями Ходжавенского района и посетил село Тук. Глава государства проинформировал представителей общины о планах по восстановлению региона, а также обсудил историю этого района Азербайджана. Фуад Байрамов, CBC.